Дорогие дети, сегодня мы с вами как место с карьер начинаем программировать вот такой замечательный сети программирования, как Scratch. Урок для самых маленьких. На этом занятии они создают свою первую компьютерную игру. Для 7-летнего Саши программа не новая. Он изучает IT уже 2 года. Папа сделал такую игру у нас на компьютере, что там можно программировать и потом запускать. И фигурки двигаются. Вместе с папой делали. В семье Клименко программирование – хобби. Свободное время за компьютером проводят от мала до велика. Старшая дочка увлекается 3D-моделированием, а средняя дочка, она вообще больше про дизайн и про красоту, вот. А младший сын, ему нравится все запускать, чтобы все двигалось. Планируем в этом году посещать эту школу, чтобы дальше развивать ребенка, возможно, и вырастет большой, хороший разработчик-программист. В Тюменской IT-школе экспертов будут заниматься ребята, которым от 4 до 18 лет. Малышей будут обучать в игровой форме, выпускников готовить к поступлению на профильные факультеты. Занятия будут проходить по 3 направлениям – программирование, робототехника и предпринимательство. Открытие школы стало возможным благодаря поддержке инвестиционного агентства Тюменской области. Оно предоставило предпринимателю заем на сумму более 13 миллионов рублей. На сегодняшний день это направление достаточно актуальное, востребованное. И данный проект поможет региону вырастить квалифицированных специалистов, и поэтому мы поддержали данный проект. Благодаря поддержке инвестиционного фонда, фонда микрофинансирования, удалось действительно открыть эту школу. Деньги пошли на приобретение непосредственно самого помещения, приобретение оборудования, которое необходимо было, ремонт. Ну и вот все, что вы здесь видите, да, это вот благодаря поддержке нашего правительства. Школа уже начала свою работу. В планах открыть такие учреждения и в других муниципалитетах региона. Дарина Халина, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.